Хочешь узнать о цифровой экономике, биткоинах и опасностях современных технологий? Тогда приходи 4 апреля в КСК «Уникс» Казанского университета на лекцию «Цифровая экономика. Новая реальность». Организатором мероприятия выступает Центр знаний Казанского федерального университета. У всех у нас на слуху такие слова, как блокчейн, нейронные сети, большие данные. Несмотря на то, что много кто оперирует такими терминами в своей речи, не все понимают на самом деле, что это значит. Ответить на все интересующие вопросы сможет начальник отдела планирования и развития Центра информационных технологий Республики Татарстан Александра Ефремова. В ходе тренинга спикер не только поведает о новых технологиях, но и даст пощупать некоторые из них. Она также раскроет несколько правил использования интернета, благодаря которым можно значительно облегчить жизнь. Все желающие могут посетить эту лекцию. Главное зарегистрироваться на таймпаде. Приглашаем всех желающих. Лекция пройдет в коворкинге КСК КФУ «Уникс» с 6:30 до 20:00 вечера. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.